Дом номер 275 по улице Новосадовой был построен еще в 1936 году. Крышу здания отремонтировали перед чемпионатом мира по футболу. Теперь пришла очередь фасада и инженерных коммуникаций. Внешние стены утеплили и покрасили. Внутри провели замену всех труб горячей и холодной воды, отопления и канализации в квартирах, в подъезде и подвале. Работы проводились, в принципе, не так долго. Это было около 2 месяца. Это инженерные коммуникации и фасад. Работы велись параллельно. В принципе, народ собирался неплохо. Дом организованный. В процессе работ приходилось контактировать с населением. Отказов от производства работ было минимально. Это хорошо. То есть в дальнейшем не будет проблем с возникновением гарантийных обязательств. Работы выполняли по региональной программе капитального ремонта. Перечень домов определяется муниципальными органами власти. Они собирают информацию с управляющих организаций о техническом состоянии домов и принимают решение о необходимости проведения капитального ремонта и о перечне видов работ. Жители, в свою очередь, должны вовремя платить за капитальный ремонт своего имущества. Как и с технической, так и с строительной точки зрения, сделано все быстро, четко, без нарушений. Как бы это, наверное, потому что активная позиция, прежде всего, жителей дома, помощь администрации Октябрьского внутригородского района и управляющей компании, то есть все вместе консолидировано. Хотелось бы отметить еще такой вопрос. По данному дому процент сборов на сегодняшний день составляет 91%. За период 2022-2023 годов в рамках региональной программы необходимо отремонтировать 2500 домов. По большей части договоры уже заключены, а 350 домов проходят повторную процедуру торгов. Всего же в регионе отремонтированы более 5700 многоквартирных домов. Андрей Горгуленко, События.